Привет, с вами Magic Lesson. В руках у меня обычная игральная карта, в данном случае крестовая дама. Как можно заставить ее исчезнуть? Очень просто на самом деле. Смотрите, у меня пустая рука, я ставлю вот так два пальца и начинаю карту заводить за эти пальцы, вот таким образом. Теоретически карта должна появиться с другой стороны пальцев, но почему-то она не появляется, как видите. Она просто исчезает где-то за пальцами. Также я могу ее обратно достать, и она снова появится в моих руках. Вот такой вот нехитрый трюк. Друзья, теперь давайте посмотрим секрет данного трюка. На самом деле карта непростая. К обратной стороне я на скотч приклеил вот такой вот кусочек картона, такую полоску. Что это позволяет мне сделать? Это позволяет мне ее вот так двигать пальцем и складывать карту вот в таком виде. Все, что мне теперь нужно сделать, это поставить пальцы, дальше начать заводить карту за эти пальцы, и в момент, когда она должна будет выходить с обратной стороны, не допуская этого, я начинаю ее сворачивать вот таким образом. Соответственно, за пальцами она у нас вот так вот находится. С обратной стороны зритель, понятное дело, этого не видит. И обратно то же самое. Достаем и постепенно ослабляем, достаем карту. После того, как вы достали карту из-за пальцев, очень легко можно оторвать вот этот кусочек картона вместе со скотчем и дать уже карту зрителю на проверку, и он ничего необычного в ней не найдет. Главное в данном фокусе – это, конечно же, ракурс. Зритель должен стоять точно перед вами на прямой линии, иначе будет видно вот эти моменты с загибом карты. Точно перед вами. Если фокус понравился, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Впереди еще много интересных трюков. Спасибо за просмотр. Пока!